Светофор горит красным, а некоторые машины за стоп-линией на пересечении проспекта Октября и улицы Победы в Ярославле. Проблемы со светофором. Днем он показывал только два сигнала – красный и желтый. Водители с опозданием начинали движение и остановку. И пересекали стоп-линию прямо под камерами видеофиксации нарушений. На работу регулировщика в редакцию Первого Ярославского пожаловались неравнодушные ярославцы. Сбой удалось устранить, а сам объект в ближайшее время переживет модернизацию. На оживленном перекрестке появится новый, более надежный светофор. Ситуация довольно быстро была исправлена. В настоящий момент, по информации подрядной организации, которая занимается обслуживанием светофорных объектов, все нормализовано, и сейчас светофор работает в обычном режиме.